Привет, меня зовут Антон Севидов, и я решил установить мировой рекорд по игре на синтезаторе. Для меня это все равно, что победить самого себя и поверить в себя. Когда мы верим в себя, мы начинаем верить и в тех людей, которые нас окружают. Я не ожидал, что будет так тяжело. Я не ожидал, что будет настолько изматывающе. Я, правда, не знаю, зачем я надел на себя белую рубашку, пиджак. Зачем я так вырядился, я не понимаю, потому что на самом деле проще было одеть какой-то спортивный костюм, потому что это было очень тяжело. Круче синтезаторов ничего нет. Это круче секса. Это круче наркотиков. Это самый крутой экспириенс в моей жизни. Круче синтезатора ничего нет. Я помню, в какой-то момент я уже практически терял сознание, и вдруг я вспомнил, как, когда мне было 8 лет, когда папа подарил мне первый синтезатор. Он внес его в комнату, и я помню это ощущение, когда я первый раз нажал на клавишу старт, и синтезатор стал играть барабанными пум-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 пум. И это воспоминание, оно придал мне силы. У меня есть мечта, чтобы все люди, которые живут на планете Земля, в один день вышли на площади своих городов и играли на синтезаторе. Вот представьте, Красная площадь заполнена людьми, которые играют на синтезаторе. Или, например, Тяньаньмэнь. Площадь, заполненная китайцами, которые играют на синтезаторах, которые они сами сделали. Если есть на свете синтезаторный бог, то он, думаю, меня услышал сегодня. Вы знаете, кто такой Тиханович? Не знаете?